Сегодня в 3 часа 29 минут на железнодорожной станции Покров Петушинского района Владимирской области произошло столкновение автобуса «Мерседес» с поездом. По уточненной информации, у автобуса произошла поломка. В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора. Более 10 человек, находившихся в момент аварии в салоне автобуса, погибли. Пострадавших среди пассажиров поезда нет. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства и уточняются личности погибших.